Приглашаю всех в мир цветных рисунков. Сегодня мы будем рисовать яркую тропическую птицу тукана. У тукана примечательной чертой является огромный клюв. Он окрашен очень ярко. И это вообще очень красивая птица. Начинаем рисовать. Для начала делаем эскиз простым карандашом, тонкими линиями. Я на листе нахожу место, где у меня будет нарисован глаз. Это будет первое, то, с чего мы начнем. Такой вот кружок сделал глаз. Теперь я показываю край его клюва. Клюв большой, огромный. Такую вот дугообразную линию. И потом большую дугу, это его большой клюв. И возвращаюсь. И здесь вот нижняя часть клюва, конечно, будет немножко поменьше. После этого мы показываем светлую часть оперения. Я пока линию такую провожу. Мы все потом можем исправить, если нам покажется, что это не очень как-то выглядит красиво. Это такая грудка, манишка. Это все светлое оперение. После этого я показываю темное оперение. Провожу еще линию. Она очень я разошлась. Вот так вот. И здесь. И показываем его птичье тело. И где-то здесь будет хвост. Показываем его лапы. Когтистые. Мы покажем два пальца, и один палец так в сторону уходит. И то же самое, еще одна лапа, два когтистых пальца, и третий уходит. И здесь мы покажем ствол дерева, на котором сидит тукан. Беру ластик и сейчас сотру несколько линий. Вообще можно стереть много линий, но так, чтобы мы все равно видели наш рисунок. Это нам поможет исправить или внести какие-то изменения. И эти простые линии не будут просвечиваться сквозь наш цветной рисунок. Теперь я стряхиваю все и приступаем к рисованию цветными карандашами. Первое, что я начинаю делать, я беру желтый карандаш и обвожу вот это светлое оперение. Манишка. И даю очень легкую штриховку. Очень сильно не надо надавливать на карандаш. Желтый цвет, он такой довольно опасный. Если мы очень хорошо заштрихуем, то потом на желтый цвет очень тяжело наложить другой цвет. А мы будем накладывать сюда другие цвета. Вот я очень легко заштриховала. Теперь я обведу желтым карандашом клюв. И тоже дам немножко легкую штриховку. Совсем легкую, потому что клюв у нас совсем не желтый. Беру черный карандаш. Обвожу этот кружок, который мы оставили для глаза. Теперь, оставляя светлое пятнышко, это будет блик света, закрасим черным весь глаз. Сразу уже стал он получше, похож на тукана. Беру красный карандаш, обвожу самый конец клюва, потому что у него клюв разноцветный. И немножко сюда наношу штриховку, красную штриховку. Немножко сделаю второй слой штриховки ближе вот сюда, к этой части клюва. А дальнюю часть так оставим более светлой. Вот здесь вот затемняем. А конец клюва мы сделаем темно-синий. Сейчас берем синий карандаш. И затемняем клюв. Вот такой клюв интересный. Даже можно немножко вот сделать такую вот горбинку на нос. Теперь надо подправить то, что у меня вышло сюда. Беру оранжевый карандаш, здесь оранжевый пройду.
То есть самое главное нам раскрасить очень хорошо и красиво клюв. Берем голубой карандаш, добавляем сюда, эта часть клюва у нас будет голубоватая. Потом берем светло-зеленый карандаш и закрашиваем дальше зеленым. А оранжевым карандашом мы покажем здесь вот такую оранжевую часть на клюве. Ну, вот такой у нас красивый тукан. Так его природа создала. Теперь работаем с нижней частью. Берем голубой карандаш, нижней частью клюва. Здесь добавляем голубой цвет, светло-зеленый. Как весело раскрашивать тукана. Прямо он такой разноцветный, красивый. И конец мы добавим таким вот тоже темно-синим. Немножко даже пройду сюда, покажу. Возьму темно-синий карандаш и наведу такие вот полоски, которые пошире возле основания клюва и которые немножко так уменьшаются. Вот так природа создала. Мы просто повторяем то, что создала природа. И теперь сюда можно немножко красный тоже добавить цвет. После этого берем черный карандаш. Показываем край клюва, который прилегает к голове. Вторую полоску даем такую параллельную. И здесь вот немножко ее затушуем. И тут затушуем. Вот. А теперь проведем черным карандашом и покажем голову с черным оперением. Так, чего-то я вышла немножко за границы. Это у него шея. Дальше начинается тело. И здесь у него, здесь я исправлю немножко вот так, наверное, потому что здесь крылья должны быть. И хвост. Вот. И сейчас отведем эту часть тоже головы. И теперь можно, ну, здесь тоже, естественно, показать границу между светлым и темным. И заштриховываем. Оперение черное у нашего тукана, но так как здесь нам надо показать и свет, и тень на черном оперении, поэтому сейчас мы делаем очень легкую штриховку. Если есть серый карандаш, можно даже сделать серым карандашом первую штриховку, первая базовая штриховка. Видите, желтый карандаш я тут провела, он теперь не уходит, не ложится, черный цвет не накладывается на него. Желтый цвет, он такой опасный, с ним надо очень аккуратно работать всегда. Так, там хвост ушел за ствол дерева. Это наша первая штриховка. Мы будем продолжать работать с телом. А сейчас будем работать с лапами. Я беру голубой карандаш и рисую его когтистые пальцы. Два вперед и один уходит в сторону. И теперь коричневым карандашом можно провести ствол дерева. Не ствол, а ветку, такую толстую ветку, на которой сидит наш тукан. И можно немножко даже дать штриховку. И тогда уже наш рисунок, нам уже понятно, что мы рисуем,
где лапы, где дерево, где туловище. Уже все будет становиться, уже становится легче. Для того, чтобы сделать темнее, здесь вот часть этой ветки, просто проходим вторым слоем, третьим слоем, но не надавливаем. И тогда получается очень красивая, равномерная штриховка. И здесь немножко, здесь будет тень же от него. Беру темно-синий карандаш и каждый палец снизу добавлю цвет темно-синий. В теневой части здесь будет лапа в тень, в тени оказывается. И дальше голубым цветом можно закрасить все оставшееся его лапы и пальцы. Такого красивого цвета у тукана. Ноги, руки. Беру светло-зеленый карандаш и обвожу рядом-рядом, даю второй круг вокруг глаза. И дальше за этим зеленым кругом немножко добавляю штриховки. Вот такое красивое оперение у тукана. А голубым добавляю вот немножко дальше оперение, показываю цвет. И здесь. Немножко под клювом дадим. Здесь будет тень. От клюва падает на грудку. Дальше берем желтый карандаш. И теперь можно добавить вот такие штрихи. Это как бы его оперение. Сразу пока будет видно, что это оперение. И еще надо обязательно показать его красную манишку. Здесь вот на границе черного и желтого сейчас вот добавим красный цвет. Здесь вот такое красивое оперение у тукана. Даже немножко так вот добавим, будет переливаться. И теперь работаем с оперением. Самый черный цвет вот на голове будет ближе к светлому оперению. Поэтому я здесь даю штриховку вот такими короткими жесткими штрихами, которые лежат рядом друг с другом. Здесь, если немножко вот так вот выйдем за пределы вот этими штрихами, очень красиво покажет тоже перышки. А среднюю часть пока оставим, пусть посветлее будет. Теперь покажем, вот где переходит голова в туловище, здесь будет потемнее. И где крыло уже тоже уменьшается в размере, здесь мы даем потемнее. Вот таким образом мы показали объем крыла. Хвост будет совсем темный, потому что он оказывается в тени. Туловище здесь внизу, конечно же, будет в тени. Здесь по грудке проходим. По дальней стороне даем больше штриховку, а грудка, которая ближе к нам, она выпуклая, поэтому здесь будет более светлая штриховка. Немножко здесь можно черным карандашом чуть-чуть показать изгиб шеи. Теперь мы темно-коричневым карандашом добавим такие разные полоски на ветку, толстую ветку, на которой сидит наш тукан. И теперь я возьму зеленым карандашом и нарисую какие-нибудь тропические листья. Это центральная часть листа. Вот так. Еще один лист. Выглядывает уже
И здесь тоже. И сейчас мы их заштрихуем. Теперь темно-зеленым карандашом мы немножко добавим здесь темный цвет. Это будет теневая сторона. Там лист спрятался под листом, под одним листом, и тело тукана накладывает тень. Здесь добавим темно-зеленый цвет. Я не очень надавливаю, просто добавляю еще один слой штриховки. Продолжаю работать темно-зеленым карандашом. Добавляю штриховку на лист, который может оказаться в тени. Здесь я дам не такую густую штриховку, не такую темную, но все-таки добавлю цвет на этот лист. Немножко здесь добавлю цвет. Почему? Для того, чтобы клюв выделился, чтобы было видно, что клюв на переднем плане, а лист дальше находится. То есть совсем не прикасаюсь я к клюву. Цветом здесь как бы остается непрокрашенное немножко место, но это позволяет нам показать глубину рисунка. То есть этот лист находится дальше за птицей. Ну, этот тоже надо лист подправить немножко. Здесь тоже можно просто дать зеленый цвет. А теперь мы можем взять желтый карандаш и дать такой общий тон солнечный. Птица тропическая, значит, там должно быть достаточно много света и солнца. Это какие-то южные края. У меня получается штриховка немножко полосатая. Ничего страшного, мы сейчас с этим поработаем. Сейчас внизу добавлю. Чтобы исправить эту полосатость, мы сейчас растушуем весь наш рисунок. Я возьму бумажную салфеточку и сейчас пройду по вот этому желтому цвету, растушевывая его. Он становится таким равномерным. Мы немножко заходим на листья тропические, они тоже растушевываются и уходят как бы на задний план. И тогда фокус нашего зрения — это остается наша птица тукан. Видите, как все красиво получилось. Вот и получился у нас рисунок такой красивой тропической птицы тукана, которую еще называют тропический дятел. Я надеюсь, у вас тоже получился красивый рисунок. Приходите в гости, будем рисовать много всего интересного. Рисовать легко и весело, когда вместе.